начинают все усваивать. То есть тут есть, получается, два вопроса. Вот на пути к этому идеальному механизму есть два вопроса. Сколько белка мне нужно? Это первый вопрос. Сейчас мы на него ответим. Второй вопрос. Где его взять? Значит, на первый вопрос. Вы можете себе вести свою личную статистику. То есть вы, как бы, вот то, что мы говорили в самом начале, быть внимательными к себе, к своим ощущениям, к каждому этому шажочку, к своим ощущениям. Вот. И если как бы, с ощущениями как-то непонятно, то есть масса сырья, тогда с ними можно общаться. То есть, опираться на статистику вот эту вот бостовскую, скажу вам, как медик, который видел это все изнутри, это очень ненадежно. Вот. А второй вопрос, да, где взять белки? Пектины, знаете, вы, может быть, слышали такое, что есть такие вещества пектины. Так вот, пектины — это тоже белки. Белков есть очень большой разновидности, много разновидностей, организм умеет из них конструировать себе всякие разные штуки. То есть белки есть в яблоках, белки есть в злаках, белки есть в орехах, в семенах, в зелени. Вот зелень особенно классная штука. Это шпинат, во-первых, белки, во-вторых, энергетизация. Авокадо, белки тоже, вот, и спаржа. Вот это вот из растений, из зелени. Авокадо больше жирен. Белки там тоже есть. Белки там тоже есть. Злаки. А по поводу чистоты? А водоросли. Значит, по поводу водорослей, да, очень здорово. Настолько подается морская капуста, сушеная, не проварена. Как правило, сушеная в магазинах ее проварена, для них претензий. Есть сушеная прямо с океаном, прямо такая солнечная, песочка. Вот ее, она продается в магазинах здоровых продуктов, ее купить, промыть, замочить на 3 часа и не вдруг. Обалденный источник микроэлементов, витамина В12 в морской капусте. Многих элементов. Особенно помогает, когда поначалу у тебя не так.